очень хочу отозваться. Это доброжелательные люди в Молдаване. Доброжелательные. Сначала они, знаете, они, у них культура другая, чем у нас. Почему? Они, значит, плясали, вот так в кружки вставали. Они плясали и брали за руки, так плясали. А мы, украинцы, ну, я маленькая была, я видела там, вот, смотрели там, бегали с Петей Дукой. А мы, значит, украинцы, стояли стоя и пели. А потом постепенно стали уже украинцы между каждым молдаванином вставать. Кружок и молдаванеску плясали они. Молдавняску, да? Никогда не дрались, никогда не матерились, никогда водки не пили. Никогда. Я ни одного пьяного не видела. Ни молдаванина, ни украинца. Вот какие были люди. Порядочные. Мне кажется, что высылали самых талантливых, самых умных людей высылали. Чтобы, не знаю, чтобы не выступали. Я не знаю, почему таких самых талантливых людей высылали туда, в Сибирь.